Зимний микс премиум. Винтер называется данной позиции. Это Шотландия, категория крем. Новая футболка большого размера 2XL. Категория крем, поэтому вещи без износа и много новых вещей с этикетками мы здесь увидим. Так, джемпер размер L. То есть джемпер большого размера получается. Далее жилетка новая среднего размера, M-ка. Искусственный мех. Хорошая такая жилетка. Далее флисовая толстовка. На 13-14 лет, детская получается. Тоже в хорошем состоянии, без видимого износа. Спортивные штаны. Размер 2XL. Пока большие размеры здесь. А размер 40-42, то есть 46-48 получается российские размеры. То ли куртка, то ли жилетка. Так уж я оставлю упаковки. А шапка марки Nike. Далее 36 размер здесь указан, женский пиджак. То есть это соответствует 42 российскому размеру. Платок. Кстати, лоты по 35 килограмм, наверняка вы уже помните. Чашечки, бюстгальтер с чашками, тоже новый, кстати. И флисовая рубашка мужская, размер XL здесь указан, состояние хорошее, то есть рукава, локти чистые, без пятен, без видимого износа. И вот воротник, да, обычно у нас воротники изнашиваются в первую очередь. В данном случае у нас все чисто и аккуратно. Так, 44 размер указан, Дороти Перкинс, российский получается 50 размер, далее куртка новая, кстати, этикетки нет, на 11-12 лет, 152 сантиметра указан рост, очень хорошее состояние, и у нас джемпер среднего размера, мужской джемпер, М-ка в упаковке, платье 12 размера, то есть это примерно 46 получается российский размер. А далее 40-38, то есть 46-44 примерно такие вот размеры. Тоже в хорошем состоянии. Так, размер 12 здесь указан. Соответствует 46 примерно российскому размеру. Давайте посмотрим состав. Это что-то по составу ничего не говорю. Так, абсолютно чисто белая бирка. Хлопок с чем-то. 10 размер указан, примерно 44, если не ошибаюсь. И детский комбинезон. Так, оказывается, липучки, я думал, пуговица. Это липучки. Состояние хорошее, замок работает. Пятен нет. Новые джинсы. 16 здесь указан размер, это примерно 50, наверное. Далее джемпер марки Topshop. 38 размер здесь указан, соответствует 44 российскому размеру. Резинка в хорошем состоянии, только вот тут появились катышки чуть-чуть. На рукавах есть катышки. В целом состояние хорошее. Сейчас посмотрим состав. По-моему, хлопок. Ладно, хлопок должен быть. Женский кардиган. 36 размер здесь указан. 42 европейский. На 48 не похож. Состояние хорошее. Без катышков. Так, вот такой свитшот с большими камушками. Размер 14 указан, то есть примерно 48-50, скорее всего, в хорошем состоянии. Марка Next. От 0 до 3 месяцев примерно такой возраст. И бюстгальтер в хорошем состоянии. Мужская рубашка новая. Трусы большого размера, марка Джордж, 48 европейский размер указан, это соответствует 54 российскому размеру. Далее платье, платьев будет много, сами уже знаете, размер примерно S, небольшой размер, длинное платье. Так, марка Перуна, размер указан 18. То есть тоже достаточно большой размер. Джинсы 34. Кстати, длинные, да, не короткие. Мужские, по-моему, джинсы. Хорошее состояние. Так, это что такое? Это платки. Носовые платочки. И колготки детские марки Джордж, 50-56 сантиметров указан рост, точно такие же колготки были в предыдущем, по-моему, мешке, если не ошибаюсь.
Так, марка Джордж, размер 52 европейский здесь указан, соответствует 58 российскому размеру. Шапка детская маленького размера. Далее теплая мужская рубашка. Размер средний здесь указан. Пуговицы все на месте, приталенная. В хорошем состоянии. А бренд Чероки. Женский, по-моему, джемпер. Тоже без катышков, состояние хорошее. Бренд Марк Спенсер. Размер, если не ошибаюсь, средний. Нет, 44 указан, то есть получается российский 50 размер. Состояние хорошее. Так, детская вот такая курточка, утепленная. Кстати, вот катышков тут нет на воротнике. Пуговицы все на месте. Давайте посмотрим возраст. От 3 до 6 месяцев, состояние очень хорошее. Так, брюки. Новая, размер 40 здесь указан, то есть примерно получается 46 российский размер. А, так, Джордж. В основном большие размеры, средние и большие. 46 вот указан европейский, это соответствует 52 российскому размеру. А далее платье маленького размера. Так, сейчас если бирку найду. Бирки нет. Но размер, скорее всего, S-ка здесь. Размер небольшой. Так, состояние хорошее. Дубленка, наверное, это назовем, да? Этикетки нет. Точнее, бирки нет. Сейчас найдем где-то размер. Замки работают. Вот давайте посмотрим рукава локти. Состояние хорошее. Расстегнем до конца. 38 размер указан европейский. Получает 44 российский размер. Хотя визуально кажется, что побольше. А, размер M. Свитшот среднего размера. Далее юбка искусственной кожи. Бренд Dorothy Perkins. И 40 европейский размер указан здесь. А новые джинсы марки Next. 16 размер. Джинсы с ремнем. 16 это получается тоже достаточно большой размер. 52, наверное, примерно, если не ошибаюсь. А джемпер в хорошем состоянии, но бирку срезали здесь. Резинки в хорошем состоянии, не растянутые. S-ка, размер маленький. Ну да, мужской джемпер маленького размера. 100% акрил. Флисовая детская толстовочка марки Чероки. От 0 до 3 месяцев. Еще одна платьишко марки Next. 12 размер указан. Это соответствует примерно 46 размеру. Атмосфера размер 46-48. То есть получается где-то 52-54. Вот такие размеры. Футболка тоже, кстати, большого размера. XL. Это хлопок. А женская классическая юбка, бирку срезали, размер примерно M-ка средний, то есть где-то 48-й. А детский свитшот марки Джордж на 5-6 лет. Резинка слегка уже растянута, деформирована, не то что растянута, она еще эластичная, но видите, уже чуть-чуть деформирована. А next, размер 12-й, штанишки примерно 46-го российского размера. Не было хорошее. И бренд French Connection. Женские брюки. Так, далее. 10 здесь указан размер. Это соответствует, если не ошибаюсь, 44 российскому размеру. Марка Next. Рубашка большого размера. Мужская. New Look. 14 размер. То есть примерно где-то 48, наверное. В хорошем состоянии платья. Так, детские джемперы мальчиковые, без катышков, состояние хорошее, на 3-4 года. Новый бюстгальтер маленького размера, с этикеткой. H&M 38 указан, то есть получается где-то 44 российский размер. А здесь у нас 20 указан, достаточно большой размер. 20-й, вот они, рукава. Даже не помещается, наверное, полностью в кадр. А марка Dorothy Perkins, 36-й указан европейский размер, соответствует 42-му российскому размеру. И Марк Спенсер, размер L.
мужская теплая, не знаю, как назвать, толстовка или что, потому что она утепленная, состояние хорошее, катышков нет, замок работает, рукава, локти чистые, резинка не растянута, состояние хорошее. 18 размер здесь указан, новая женская блузка большого размера. Так, вот еще одно платье, размер небольшой. Так, бренд TU 16 здесь указан, это туника большого размера. Марка New Look, размер 8 указан, то есть маленький. Новая мужская рубашка с длинными рукавами. 55% хлопка там в составе было. А юбка марки H&M, 36 размер здесь указан, соответствует 42 российскому размеру. И женские брюки большого размера. Около 60-го, скорее всего. Так, Next, 12 размер указан, примерно 46 получается российский размер. Здесь марка Перуна, размер XL, написано, что Made in Italy. Состояние хорошее. Напоминаю, что это шотландский зимний микс, категория крем, мешки по 35 кг. 42 размер указан европейский, соответствует 48 российскому размеру. А здесь 40-42, то есть примерно 46-48 получаются российские размеры. Новые варежки и новый ремень. Так, футболка марки H&M, размер средний здесь указан. Кофта женская, тоже примерно среднего размера. Пуговицы все на месте, состояние хорошее, без катышков. Юбка марки George. 32 размера джинсы летние, почему-то они тонкие. Но состояние хорошее. 32 получается примерно средний размер. Так, гипюровая, не знаю, туника это назвать или что. 38 размер указан, получается 44 примерно российский размер. Состояние хорошее. 12 указан, соответствует примерно 46 российскому размеру. Тоже с этикеткой. И тут марка River Island, размер 14. То есть примерно 48, наверное, 50 российский размер. Так, футболка большого размера мужская, размер L. Юбка маленького размера, длинная. И новый ремень в упаковке. Новые носки теплые, кстати. Тут размер 42 европейский указан, соответствует 48 российскому размеру. Бренд Marks Spencer. Толстовка с капюшоном, мужская, состояние хорошее. Марка New Look, размер средний M, замочек работает. Искусственная дубленка, марки H&M, размер указан. Так, 52 европейский, скорее всего 52 российский так и есть в данном случае. River Island, размер маленький S-ка. Тоже в хорошем состоянии. Мужской джемпер, размер 2XL, то есть джемпер большого размера, Blue 7. Новые в упаковке. Топ Шоп, 38 размер указан европейский, соответствует 44 российскому размеру. Еще один женский бюстгальтер, вот пиджак. Примерно 48 российского размера, если не ошибаюсь. 16 здесь указан, то есть где-то даже 52, наверное, получается. Так, юбка у нас здесь все пуговицы на месте. Размер 48-50 примерно на глаз. Топ-шоп платье 38-го европейского размера, соответствует 44-му российскому. Здесь 40-й указан европейский размер атмосфера. То есть примерно 46-го получается российского размера. Вещи в хорошем состоянии. Напоминаю, что это зимний микс. Категория крем Шотландия. Премиум Винтер называется данная позиция. Новая толстовка. Размер большой XL. Кстати, как видите, этикеток тоже много. Размер 32-30. То есть среднего размера получается джинсы. Термобелье написано. Штанишки. От 30 до 50% этикеток. Вот мы заметили, что такое соотношение этикеток в этих мешках. Размер 2XL. Состояние отличное. Этикетки нет, но, судя по всему, жилетка новая. Игрушка. Как обычно в мешках. Это я даже не знаю, игрушка назвать или все-таки это детская обувь. Потому что размер очень маленький. Последняя вещь из этого мешка осталась вот такая сумка. Кожа искусственная, замок работает. Состояние хорошее. И на этом все.